Привет-привет, все мои хорошие, здравствуйте. Это я, с вами Мария, ваш блогер. Я сегодня пришла в такси, оделась тепло, потому что у нас ветер и прохладно. Сейчас я вам буду показывать такси. Теплое пальто оделась, потому что у нас холодно, ветер. Не знаю, как зимой. Зимой теплее было. Не знаю, многие люди, наверное, были здесь в Стамбуле. Ох, сколько здесь людей, это ужас один. Я вот понимаю, что мне многие говорят, что телефон как бы повернуть в другую сторону, лучше будет видно. Мне неудобно, потому что я живу в таком районе, где постоянно много людей. Крепко держу, чтобы у меня не выбили из рук. Бывает такое, что даже снять нереально. Хочу вам показать реальный Стамбул. И поэтому стараюсь, как бы, как получается. Ну, я еще новенький блогер. Не очень получается у меня, но постараюсь. Здесь на улице продают что? Цветочки, сувенирчики разные. Но я никогда, честно говоря, даже близко не подходила, потому что этого везде полно. Неинтересно мне. Что они там продают? Здесь в таксиме полно иностранцев. Не знаю, кто это. Сейчас вам покажу танцы, музыку и так далее. Вот смотрите, я только чуть-чуть вниз спустилась, рядом иду. И видите, что творится? Смотрите. Здесь надо очень крепко телефон держать. Потому что люди реально, даже места нет, где пройти. Сейчас буду вам показывать вниз. Здесь на каждом шагу каштаны жарят. Я их кушала 2 или 3 раза, но мне не очень нравится. Здесь классное кафе, терраса. Там красивая, она длинная, видно хорошо город. Но здесь вообще красиво. Смотрите, начинается музыка. Я буду немножко снимать, переключаться, потому что людей столько, что не знаю даже, куда поместиться. Это музыка. Ну, как вам такси? Я видела, как люди снимали, честно говоря, пустой такси. Я даже удивилась. И, честно говоря, я здесь живу 3 километра от моего дома сюда. Где-то 25 минут, 30 медленно идти пешком. Здесь такого не было. И я хожу через день. Мы сюда ходим кушать. Я вам покажу, где такого не было, чтобы не было вот толпы. Даже дождь, холодно. Я, ну, как бы я уже привыкла, но раньше не могла к этому. Видите, я уже хожу в сторону, потому что ужас один. Смотрите, вот это, я не знаю, что это, кафе, столовая. Я вам рекомендую здесь кушать. Почему? Смотрите, столько людей. Таксиме, вот это кафе. Оно как бы где? Сейчас я вам покажу. Как оно называется? Вот. Смотрите, здесь все свежее и недорого. Смотрите, какое кафе. Я думала, это ресторан, но еда дешевая, полно людей, значит, это кафе. Сейчас буду. Потом я заказала еду и покажу вам, что я заказала, что я буду кушать. Но здесь шумно, потому что здесь реально полно людей. Все здесь кушают, здесь чисто, аккуратно, вкусно, очень еда. Сниму, я выхожу, смотрите, как красиво здесь.
здесь еще два этажа сверху. Видите, какие толпы людей. Даже выйти нереально. Привет, мои хорошие. Я сейчас в такси. Привет, хочу вам показать такси. Смотрите, понравится или нет. Смотрите, какие толпы людей. Сегодня погода не очень. Ветер. Надеюсь, вам понравится. Смотрите, какие здесь блестящие платьичка продают. Магазинчик хороший. Тоже блогер. Здесь уже другая компания. Смотрите, какие люди раздетые. Это ужас. Я одетая, потому что мне всегда холодно. В Закарпатье у нас жара, я привыкла. Я не знаю, будет ли меня слышно или нет, но даже снимать тяжело. Что я люблю, это сладости. Честно говоря, пахлаву я не люблю. Я люблю... У них торты, пирожные очень вкусные. Вот эти сладости я не люблю. Не знаю, будет ли меня слышно или нет. Буду показывать, как получается у меня, потому что реально много людей, смотрите, не могу даже снимать. Вот, как моет машина постоянно. Пылесосят, моют, убирают постоянно вниз вверх, потому что здесь, я не знаю, тысячи людей, люди кидают бычки. Не вижу, чтобы люди, ну, как-то внимательно следили за порядком. Допустим, я не могу бычок выкинуть прямо на дорогу. Здесь продают тоже всякие чаи, кофе, сладости, конфеты. Здесь натуральный шоколад. Очень вкусный. Это маленький такой магазинчик. Здесь натуральный вот шоколад. Сколько людей, я не могу даже снять нормально. Здесь их мечеть. Везде есть, потому что турки молятся. Намаз делают или как. Это экскурсия, трамвайчик, если хотите прокататься по таксиму. Он сейчас играет с мороженым, покажу вам. Я уже одела шаг, чтобы очень видео холодно, я еще простуженная. Это мои две красавицы. Моя доченька и ее подруга. Хорошие такие девочки мои. Мы сейчас в такси не встретились, идем где-нибудь в кафе присядем. Такие куклы две.
Раздетые, не повезло с погодой. Да, мы разделись. Красавицы мои две. Уже потеплело, я даже разделась. Намного теплее, тепленький ветер. Уже лучше, слава богу. Но людей здесь полно, как обычно. Ближе подойду. Люди покупают мороженое, они с ними всегда так дурачатся. У них покупаешь мороженое, они дурачатся постоянно. Смотрите, какие они сладости, они так вкусно выглядят. Очень красивые какое. Смотрите, какие у них дизайны красивые. Но в середину нереально зайти. Смотрите, сколько людей идет. Нереально туда попасть. Смотрю, второй этаж там есть. Но туда нереально. Но вкусно выглядит. А сейчас мы уже спустились в метро. И потихонечку идем до дома. Уже 12 часов ночи где-то. Около 12. Метро такси. И так полно народу. И в метро поют музыка. Как поздно и сколько людей в метро. Надеюсь, вам понравился. Просмотрите мое видео, вам понравится. Может, я немножко неправильно говорю, извините. Никак не могу привыкнуть. И устала немножко. А здесь у них картинки еще такие. Старый образец города. В этом городе Стамбуле, я вам говорю, день проходит как 2-3 часа. Настолько оно быстро все бежит, что даже не замечаешь, что уже ночь. Мы вышли где-то в 7 часов, уже около 12. Приятного всем просмотра. Надеюсь, вам понравится. Кому понравится, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.